Если вы впервые на нашем канале, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наши видео. Впереди много всяких разных интересных поделок. Добрый день, друзья! Привет будущим подписчикам! Сегодня отличная погодка выдалась, выехали пострелять и взяли с собой недавно изготовленный вот такой вот необычный лук. Он есть на нашем канале, также на нашем канале есть вот эти луки. Кто желает, можете зайти, посмотреть, как они изготавливались, как работали, как они модернизировались и так далее. Ну а сегодня попробуем на дальность вот этот лук. Обязательно постреляем по мишеням. Вот. Стрелу беру тоже такого же плана, как и было раньше. Весит она 32 грамма. Поставил вешки, метки. Ну вот, в поле, если видно, как она стоит. Расстояние до нее 100 больших шагов. Ну а сейчас попробуем, как она улетит. Стреляю первый раз. Лук оказался мощненький, хороший. Кстати, хочу что сказать. Вот я вот эту вот полочку, опять же, при помощи соды и клея, вот эту полочку, приклеил. Ну, как видите, она вот берется нормально. Кстати, и к металлу тоже приклеилась довольно-таки хорошо. Ну, а сейчас попробуем и посмотрим. Стрелять буду где-то, ну, как обычно, под углом где-то 45 градусов. Ну, и посчитаем шаги. Посмотрим, что с этого будет. Ого, она ушла. Ну, пока не потерял, пошли. Вот, ушла она. Вон вешка стоит, ориентировочно целился на нее. Ушла она на 100 метров. Ну, в общем, как-то так, ребята. Дерзаем дальше. Всего доброго, пока.